На конкурс дети читают стихи. Меня зовут Надя Лосинская, мне 13, я из Тюмени. Я выбрала это стихотворение, потому что оно очень жизнеутверждающее и со смыслом. Дилан Томас, не гасни, уходя, не гасни, уходя во мрак ночной. Пусть вспыхнет старость заревом заката. Встань против тьмы, сдавивший свет земной. Мудрец твердит, ночь — праведный покой. Не став при жизни молнией крылатой, не гасни, уходя во мрак ночной. Глупец, побитый штормовой волной, как в тихой бухте, рад, что в смерть упрятан. Встань против тьмы, сдавивший свет земной. Подлец, желавший солнце скрыть стеной, скулит, когда приходит ночь расплаты. Не гасни, уходя во мрак ночной. Слепец прозреет в миг последний свой, ведь были звезды радуги когда-то. Встань против тьмы, сдавивший свет земной. Отец, ты перед черной крутизной, от слез все в мире солоно и свято. Не гасни, уходя во мрак ночной. Встань против тьмы, сдавивший свет земной.